А у холі увагою всіх без винятку дівчат заволодів ось цей на перший погляд непримітний хлопець. Емін Самедиль. Я учусь в медицинському університеті на хірурга. Добрий день. Як поживається? Все нормально. Будет все время спешит помочь. И там надо уколоть укол, там обезболивающее. Звонишь даже 4 часа ночи, он бежит уже с этим шприцом, делает укол. Он приходит, и вот как-то чувствуешь добро от него, тепло от него-то такое. Спостерігаючи за чуйним студентом-медиком, ніхто і не здогадується, що зараз йому і самому потрібна підтримка. Серед сотень найталановитіших він почуває себе зовсім розгубленим, адже його талант до сьогодні оцінювали лише близькі друзі та пацієнти. Тож я іноді відвіжу, от які голоса тут іноді поють. Не знаю. Просто иногда вот хочется, чтобы просто услышали, увидели. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Эмин. Прекрасно. Принесли гитару, будете играть и петь? Да. Пойте. Did I disappoint you? I let you down. Should I be feeling guilty? Unless I judge us wrong. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen your cry, I've seen your smile. We had our doubts, but now we find. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my fame. You have been warm. You have been warm for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my fame. You have been warm. You have been warm for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my fame. You have been warm. You have been warm for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been warm. You have been warm for me. I'm so alone, baby. I'm so alone. I'm so Спасибо. Мені сподобалось. Спасибо. Заворажує навіть мужчин, не то що слабонервових дівчат. Мне кажется, у нас появился еще один яркий, а самое главное, талантливый участник. Я скажу «да». Спасибо. Запахло прямыми эфирами. Я говорю «да». Если на прямых эфирах кому-то будет плохо, то кардиохирург не завадит. Три так. Прямой массаж сердца. Спасибо вам. Удачи. Спасибо большое.
вообще. У тебя уже есть диски? Нет. Почему? Не знаю, не думал об этом. Я хочу купить билет на твой концерт. Я очень тронут. Спасибо огромное. Я просто тебя поздравляю.